Вода у підвалах, волога у під'їздах та тріщини на стінах. На ці проблеми скаржаться мешканці будинків по вулиці Кам'яногірська. Люди кажуть, комунікації у багатоповерхівках старі, тому аварії трапляються часто. А ще поруч знаходиться будівельний котлован. Декілька років тому там хотіли побудувати автосалон, але роботи так і не завершили. Мешканці впевнені, саме з цим пов'язана частина їхніх комунальних проблем, адже будинки знаходяться вкрай близько до котловану. А дощі та сніг поступово розмивають територію. У ситуації розбиралися наші журналісти. Будинок номер 11 по вулиці Кам'яногірська. Місцеві жителі кажуть, у підвалі постійно трапляються аварії. Через це у всьому будинку стоїть неприємний запах, а через вологу на стінах з'являються тріщини. За словами людей, минулого року тут частково відремонтували труби. Але це проблему не вирішило. Запах, извините за вираження, фекалій вмісті з гарячою водою, як будто це все закипає. Якщо відкриваємо вікна, то проветрюється, більш-менш можна существувати. Якщо ж вікна закриті, то вонь в квартирі, в коридорі, на кухні, от де витяжки стоять, там вонь невиносимая просто. Сантехнік приходить, відкриває, далі роботу його ми не бачимо. Уходить, проблема не зникає. На такі ж самі проблеми скаржаться і мешканці сусіднього будинку за адресою Кам'яногірська, 13. Тут люди теж жаліються на сморід, вологу, старі труби та пацюків. И комары, и крысы, все здесь бегают. Никому ничего не надо. Мы сами ищем куски и несем, чтобы придут, забьют чопиком, тем и все. Даже вот аварийки. Приезжает аварийка, день и ночь вызываем. А ще мешканцям обох будинків не дає спокою ось цей котлован. Близько 10 років тому на цьому місці чистили територію для майбутнього автосалону. Тепер роботи тут не ведуться, а до покинутої ділянки веде ось цей спуск, на якому стоять житлові багатоповерхівки. Люди впевнені, через недобудову їхні будинки руйнуються. Одну частину котлована зарили, яка ближче до дороги, а друга частина, яка за домом чітко стоїть, обнесена забором, поломаним всім забором, там в котловані вже деревья уже растут. И разрушаются два дома прилегающие, 13-й дом и 11-й дом. То есть мы плывем. Из-за этого котлована мы едем вообще на нет. У квартирах двери не закрываются, потолки обсыпаются. Особенно с 31-й квартиры была, он сейчас там делает ремонт, купил человек, там вообще на ухнать. За будинки по вулиці Кам'яногірська, 11 і 13, відповідають різні керуючі компанії. У першому – це КП «Наше місто». Його представники пояснили, на початку березня по вулиці Кам'яногірська чистили дворову каналізацію. Тому, можливо, через це у будинках поганий запах. Але він скоро зникне. Також комунальники пообіцяли перевірити підвал. На даний момент вийдуть ще раз майстри, подивляться, яка там ситуація. Якщо потрібно буде виконувати якісь роботи, то эти работы будут выполнены. Сейчас не должно быть никаких запахов. Может быть, какие-то остаточные явления и есть. Надеемся, что они уйдут, или мы там попробуем посыпать там таблеточками, чтобы убрать этот запах. А от у будинку за номером 13 керуюча компанія «Запоріжремсервіс». Його представники кажуть, будівельний котлован не впливає на стан будинку, адже ґрунт біля багатоповерхівки не замочується, сувів немає. Натомість комунальники кажуть, провести капітальний ремонт не можуть, бо не всі мешканці вчасно сплачують рахунки. Случаються пориви. Останній порив був 20 февраля. Когда выезжала аварийная служба, муниципальная аварийная служба, и на горячей воде поменяла там участок трубопровода. Вызывает опасение другой факт, что на сегодня задолженность жильцов при начислении, значит, за весь период, там 33 тысячи, вот, оплачено всего 12. Що буде далі із котлованом, поки невідомо. Люди просять його засипати, а поки обходять територію стороною. Наталія Гордибакіна, Сергій Мельник, Володимир Кіт, Сергій Регеда, телеканал Z. Сергій Ращепкін, директор комунального підприємства «Запоріжремсервіс», вже в нашій студії. Телефонуйте нам, номер прямого ефіру на ваших екранах, або висловлюйтесь на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. А я вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Отже, ми бачили, що люди нарікають саме на котлован, тобто вважають, що у всіх проблемах у будинку, у більшості, винний саме він. Ви запевняєте, що це не так. А що тоді, чому тоді не закриваються двері, стеля сиплеться? Чому там відбуваються такі проблемы? Но котлован тоже может иметь какое-то влияние, учитывая то, что группа грунтов у нас по городу Запорожью, она относится ко второму типу, и
из-за любого подмачивания может происходить деформация домов. Но в данном случае котлован находится довольно, скажем, далеко от дома, и отмостка вокруг дома находится в технически исправном состоянии. То была проверка, какая-то диагностика этого всего? Да, да, конечно. Мы это все дело проверяем. У нас есть своя лаборатория, которая может отслеживать любые крены по зданиям. Ну, а чому тоді там така ситуація? Чому все ж таки двері не закриваються? Ну, во всякому случаї, двері – це просто в 11-му домі. Ну, про що це свідчить? Це про якесь просідання? Чи вполне можливо, про якісь деформаційні явлення, які були, може бути, в предыдущі роки. Але на сьогодні, от, в частності, по дому Каменогорська, 13, таких явлень немає. Є, як я вже говорив, бувають віддільні аварійні ситуації, які устраняються своєвременно. Є план текущего ремонта по этому дому на этот год, в котором необходимо заменить канализационный выпуск. Но, как я уже говорил ранее, при среднемесячном начислении порядка 8 000, процент оплат по дому составляет всего 10-12%. При такой оплате ни о каких текущих ремонтах вообще речь не может вестись для того, чтобы привести дом в какое-то надлежащее состояние. Поэтому я и призываю жильцов обратить внимание на свои здания, на свои жилые дома, для того, чтобы можно было их своевременно отремонтировать вот в летний период этого года. А ви, в свою чергу, якусь роботу з боржниками ведете? Тому що я розумію, коли це ОСББ, тоді мешканці самі відповідають за те, що вони сплачують. Але ви, керуюча компанія, я думаю, що, маєте працювати з боржниками якось. Тобто люди є, які сумління сплачують. Чому вони повинні страждати через тих, хто не платить? Значить, ми проводимо такі розроблений ряд мероприятий. Це буде працювати як вручення предупреждень с требованием погасить задолженность. Это будет, как и система автоматического дозвона. Это будет также в дальнейшем обращение в суд по мере накопления задолженности по каждому лицевому счету. То есть работа эта будет проводиться, и она проводится в настоящее время. Про її ефективність ми трішки згодом поговоримо, а зараз у нас є дзвінок. Алло? Мабуть, дзвіночок зірвався. Ну, чекаємо, телефонуйте нам ще, будь ласка. Отже, ви кажете, що робота буде вестися, що вона вже почалася, і так. Чи маєте ви якісь результати? Ну, хочу сказати, негативне вплинення оказало те, що в средствах массовой информации муссировался слух о том, что управляющие компании пришли на рынок незаконно. Но решение апелляционного суда показало, что конкурс проведен законно, и мы имеем право на существование. На сегодня вот... А, до речи, когда это решение было принято? Это было принято 7 марта. Угу. Вот. На сегодня ситуация начала улучшаться по сравнению, скажем, с ноябрем-декабрем месяцем прошлого года, когда мы только зашли на этот рынок. И сегодня вот проплаты составляют порядка уже 58-60%. Ну, скажем, это довольно уже приличный показатель по сравнению с предыдущими периодами. Но, тем не менее, вот, хочу сказать, что задолженность, конечно, имеется очень большая. И на сегодня вот уже кредиторская задолженность населения у нас приближается к двухмесячному начислению из 4 тех, которые мы отработали. Вот, это не очень средний показатель, вот, достигает только около 50%. А так как мы сейчас заходим уже в тот период, когда погодные условия будут позволять ремонтировать наружные сети, там, канализации, ремонтировать сети в жилых домах, производить ремонт кровель и стеновых ограждений, то для этого необходимы средства, и поэтому их надо откуда-то брать и влаживать. И надеяться на то, что население их потом своевременно оплатит. Проблема с боржниками, вона ж взагалі не нова. Тобто, керуючі компанії, коли приходили на ринок, вони мали ж розуміти, що такі питання будуть виникати. Да. Якийсь алгоритм дій у такому випадку є? Да, конечно. Ви можете відмовитись від будинку? Чи що взагалі робити? Є і такий варіант, что будет предложено дому выбрать другого управителя, раз они не хотят, чтобы мы их обслуживали, то есть оплачивать наши услуги. Но самый эффективный метод – это будут, конечно, суды, в которых помимо тех сумм, которые мы будем возмещать, требовать возмещения их, также будут еще и судебные суммы, которые составляют на сегодня очень немалые средства. Ну, ви працюєте з огляду на те, як люди сплачують, наскільки я зрозуміла. Від цього залежить якість ваших робіт. Якщо ви будете у збитки працювати,
збитки буде приносити компанії? Є какой-то у нас граничный запас прочности, когда уже собственных средств будет недостаточно, тогда, конечно, мы уже в убыток работать мы не будем. Любое предприятие создается для того, чтобы получать какую-то прибыль. У нас є питання від глядачів у Фейсбуці. По адресу Матросова, 15А, в 2017 году должны были сделать ремонт крыши и инженерных коммуникаций. Будут ли сделаны эти работы и когда? Цей будинок у вашій компетенції? Тут вопрос как-то немного некорректно задан. Есть понятие текущий ремонт и капитальный ремонт. Если в 2017 году планировалось выполнение капитального ремонта, то эти работы выполняются исключительно за счет средств бюджета. Если речь идет о текущем ремонте, который должен был произвести коммунальное предприятие наш город и по каким-то причинам не сделал, то, соответственно, в этом году мы текущий ремонт на каждом доме уже продефектируем, составлены сметы, и мы будем выполнять в пределах тех сумм, которые заложены на этом. Про ці ремонти поточні. У вас є якась сума певна закладена, чи все ж таки знову повертаємось до сплати за послуги? Значить, є стаття «Текущий ремонт» в стоимости услуги по управлению. И эта статья на весь период нашего управления составляет какое-то количество тысяч гривен. Исходя из этого, выбираются те работы приоритетные, которые необходимо выполнить в срочном порядке, это как сети или кровли, для того, чтобы избежать больших каких-то разрушений по дому. И будут они выполняться в первую очередь. В дальнейшем будет уже смотреться там на другие виды работ, которые, скажем, не столь значительны, но тем не менее надо для поддерживающего ремонта жилых домов. Это, возможно, ремонт цоколя, там, ремонт отмосток, там, может даже и какой-то отдельный ремонт стен там в подъездах. Якщо до аварійних ситуацій, хто вирішує їх? Аварійні ситуації, аварійна служба. Аварійні ситуації всі устраняються муніципальною аварійною службою, яка фінансується виключно з бюджету. Тобто ви до аварійних питань стосунку не маєте, керуюча компанія? Всі заявки, які поступають на 1580, операторами 1580, їм присвоюється статус либо аварійної заявки, либо текущий. Якщо статус аварійної заявки, то вона автоматично поступає в аварійну, муніципальну аварійну службу. Якщо статус текущий, то вона поступає на управляючу компанію. Мої колеги поцікавились у запоріжців, які вони мають комунальні проблеми. Пропоную подивитися, що їм відповіли. Я вообще живу в общежитии, у меня там все отлично, там за меня все решают, поэтому у меня все отлично. Я как гражданин хотел бы сказать одно. Если бы я получал какой-то акт выполненных работ на ту сумму, которую я платил, я бы спокойно эти деньги отдавал. А так, любое сомнение вызывает, отчуждение. Слава богу, нет. Нам повезло, мы не на 9-м этаже и не на 1-м. У нас, слава богу, в этом году тепло. Вода горячая есть, а так вот, как у всех. Проблемы с вывозом мусора. Пане Сергію, ми прокоментуємо пізніше трішки те, що ми щойно подивилися. А зараз у нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Алло. Мабуть, що знову зірвався дзвіночок у нас. Отже, про проблеми, які люди назвали, багато хто з них казав, що проблем у них немає, але все ж таки, які ви найгостріші проблеми вбачаєте в комунальній сфері? Що стосується сюжету, тому що необхідно там видавати акт виконаних робіт, мы и не прячемся. По любому запросу мы предоставляем акт выполненных работ помесячно по каждому дому, но для этого мы предлагаем всем жителям дома собраться в процентном соотношении, это 75%, избрать уполномоченного. И этому уполномоченному мы готовы всегда ежемесячно давать эти акты выполненных работ. Что касается второго вопроса по вывозу мусора, скажу так, что на сегодня мусорные площадки для контейнеров не оборудованы, это вызывает большие нарекания. И возле них всегда скапливается большое количество мусора, то, которое является даже не бытовым. Вот. Что касается, скажем, вывоза листвы и веток после падения деревьев, то наше предприятие им занимается, и по срокам, которые установлены нам, мы
при нормальных благоприятных условиях погодных, то до Пасхи планируем эти все работы закончить. Вот. То, что касается веток, которые нарезали председателя ОСББ, не согласовав ни с кем, мы свалили, надеясь на то, что мы их будем возить бесплатно, то тоже такого не будет. Які роботи взагалі стосуються вас? Тобто, що у вашій компетенції «Запоріжремсервіс» і інших керуючих компаній? Наше підприємство, воно має два направлення. Перше направлення – це муніципальна аварійна служба, яка фінансується з бюджету, і це половина численності підприємства. Друге – це непосередньо вже управляюча компанія, которая занимается обслуживанием жилых домов, вернее, управлением жилых домов по Вознесеновскому и Заводскому районам. На комунальних носіях, на комунікаціях взагалі часто проблеми виникають? Тому що ми по тому будинку у сюжеті бачили таке. І взагалі бувають у нас ситуації в Запоріжжі дуже плачевні. Довольно часто. Ну, хочу сказати, що у нас періодичність застройки жилих домов по кожному району, це где-то от пік припадав на 50-е, 70-е годы прошлого века. И за это время трубопроводы, в общем-то, практически не менялись. И срок службы их уже давно подошел к концу. Но для того, чтобы поменять по всем жилым домам на современные трубопроводы, для этого нужны очень значительные средства. И поэтому все дома сейчас вот распределены в порядке очередности на проведение капитального ремонта. Надо надеяться только на это, что когда-то будет достаточное количество средств в бюджете, чтобы выполнить эти работы. А чи надходять до вас скарги від жителів, які мешкають у тих будинках, які до вас відносяться на вашому балансі? І якщо так, то на що саме найбільше скаржаться? Конечно, обращение есть, и большое количество жалоб – это текущие кровли и течь общедомовых трубопроводов. Вот это, скажем, на первом месте. Дальше у нас где-то идет это разрушенные головки вентканалов. Пане Сергію, у нас є дзвінок. Алло. Алло, доброго вечора. Здравствуйте. Вітаю вас. Ваше запитання, будь ласка. У меня вот такой вопрос. Поскольку Вознесеновский район обслуживает ваша управляющая компания, вот мы неоднократно обращались через 1580 и к вам непосредственно по поводу неработающих стоякового отопления по адресу Правды 27. Вот. Ну или же улица Лобановского. Приезжали ваши специалисты, дежурная служба, разводят руками, ничего мы сделать не можем, кивают на теплосети. С теплосетями мы тоже общались на эту тему, они не могут, это не их ответственность попасть на стояки дома. И говорят, это нужно сделать регулирование по стоякам, по отоплению. С начала отопительного периода не работает один стояк во всем подъезде, это третий подъезд по этому дому. Ответа от жилремсервиса, естественно, нету. А платежи вы берете достаточно немаленькие. Так вопрос, какая же компетенция у управляющей компании, что они не могут элементарных сделать вещей по регулированию стояков в отдельно стоящем доме при классической системе отопления. Я считаю, что при такой компетенции, как руководителя, так главного инженера, вот, и, соответственно, мастера по ремонту или по обслуживанию, невозможно управлять жилым сектором города и, соответственно, Вознесеновского района. Будьте любезны, ответьте. К тому же, это мое обращение уже неоднократное. Очень хочется письменного ответа. И как же вы пересчитаете деньги, которые вам оплачивают? Спасибо. Так, питання зрозуміло. Прошу вас, пане. Я даже знаю эту заявку. Это Жаботинская, 27, квартира 30. В частности, она обращалась. Хочу сказать следующее, что мы зашли на рынок с 1 ноября 2017 года, то есть тогда, когда уже отопление на дома были поданы. Вся подготовка до начала отопительного сезона она проходила без нашего участия. И на сегодня регулировку по отдельным стоякам действительно выполнить невозможно ввиду изношенности вентилей на отдельных трубопроводах отсекающих, а также из-за того, что система не была своевременно промыта. Поэтому эти все вещи на сегодня у нас учтены, и в ходе подготовки к следующему отопительному сезону мы будем стараться их все устранять.
Зараз як бути? Письмову відповідь бажали отримати глядачі? Письменний ответ будет однозначно направлен раз. Второе, мы со своей стороны подаем эти адреса, где не работающие были стояки отопления, по независимым как от нас, так и от концерна причинам. Мы их подаем в концерт для перерасчета, чтобы начисление за отопление по этим отдельным стоякам не производилось. Это по согласованию с концерном «Городские тепловые сети». У нас є ще один дзвінок. Алло. Алло, алло. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Портова 13Б, перший під'їзд. У нас прорвало півтори неділі назад гаряча труба гарячої води між стояками. Залило квартири, спортило повністю всі ремонти нам і в підвал, і везде вода. Дирка до сих пор ще в стіні не заділа. Це перший вопрос. І можна ли нам как-то ці труби поміняти на пластикові, щоб опять не прорвало? Дякуємо за запитання, пане Сергію. Да, такие ситуации, как я уже говорил, случаются довольно часто. Замена стояков вполне возможна на современные материалы, как я уже говорил. Для этого просто-напросто надо решить вопрос о первоочередности выполнения этих работ и о соответствующем финансировании. Я имею в виду о том, что мы готовы сейчас вложить средства, выполнить эти работы, но хотелось бы иметь гарантированную оплату за выполненные работы по замене этих стояков. Тобто оплати не буде робіт, але якщо це призведе до аварійної ситуації? Ми робимо наперед, ми готові зараз це зробити, да? От ми поміняємо один стояк, але також треба міняти це і в інших під'їздах, і по іншим квартирам. Просто якщо далі ніякого рухання не буде по улучшенню платіжоспособності, то, відповідно, тоді ми далі роботи не зможемо проводити в повному об'ємі. Дякую вам, пане Сергію, за те, що завітали сьогодні в «Акценти». Бажаю вам успіхів, до побачення. До свидання. Це був директор комунального підприємства «Запоріжжяремсервіс» Сергій Ращепкін. Далі чекаємо на Володимира Артем'єва, заслуженого працівника культури України, та Віктора Лемаренка, директора Палацу культури «Орбіта». Дізнаємось більше про масштабний шоу-фестиваль «Заграє фест». Тож не перемикайте, ми скоро повернемось.